Путь к звездам лежит через науку. В Самарском университете открылась международная школа для магистров и аспирантов. Они будут заниматься разработкой наноспутников и проведением космических экспериментов. Формат школы делится на два направления. Первое – теоретическое. Здесь студенты изучают вопросы динамики полета, навигации и управления космическими аппаратами. Второе – практическое. Оно направлено на получение навыков моделирования и проектирования с использованием современных компьютеров. В конце школы участники будут защищать проекты по созданию четырех типов наноспутников для решения разных задач, таких как изучение Солнца, изучение ноосферы, изучение Арктики. Участники приехали в Самару из разных уголков планеты. В университете занимаются представители Латинской Америки, Шри-Ланки, Ирака, Афганистана, Индии и других стран. Джордж Монтейро прилетел за бесценными знаниями из солнечной Португалии. Молодой человек работает над спутником по мониторингу космической погоды, который способен фотографировать вспышки на Солнце с помощью хронографа. Я обучался в Португалии на кафедре космической инженерии. Моя магистерская диссертация была связана с разработкой проектов наноспутников. Наноспутники – это одно из самых динамически развивающихся направлений в мировой космической индустрии. Ежегодно в мире запускают более сотни таких аппаратов. По словам сотрудников Самарского университета, магистры и аспиранты, прошедшие летнюю школу, будут востребованы на рынке труда в любой точке земного шара. Анатолий Головко, Дмитрий Мешканцов. События.